Капраев, да, у нас сейчас будет бороться. Капраев. Так, Николай Николаевич, спасибо огромное за поддержку. Вот, Сахалар. Китатын Степан. Спасибо. Чемиза еще не боролся, друзья. Вот 74 только начинает. Только начинает. Капраева, Капраева. Да, конечно, давайте Капраева посмотрим. Более здесь и Даурен Куруглиев будет выходить. Рейнбук, Эстония. Капраев должен, должен уверенно. Минута пролетела, пока по нулям. Ну, Капраев, конечно, активнее борьбу ведет. Центр ковра занимает, занимает, навязывает свою борьбу. Более активней. Ой, смотри, здесь ошибается. Здесь выталкивать есть. Есть балл. Капраев 1-0 повел. Нет, еще пока не боролся. Еще пока не боролся. Салказанов, Валиев тоже еще не боролись, друзья. Ждем их выхода. 5 вроде у них лицензий у Ирана. А, ну вот. Исмат тоже пишет 5. Значит. Так, друзья, я по возможности буду наших легионеров включать на один ковер. Так, 2-0 здесь Капраев повел, и 30 секунд до конца первого периода остается. Сейчас мы разведку сделаем, когда уйдут на перерыв, как на других коврах обстоят дела. Все хорошо, друзья. Все, кто присоединяется, всех приветствую. Всем ассаламу алейкум. Всем хорошего просмотра. У Азербайджана вроде как и у России 6,6 лицензий. Так, Шарипов выходит за Бахрейн. Шамиль Шарипов. Друзья, здесь остаемся. По Оксана, стараюсь показать, ну, когда наши легионеры, вот сейчас на двух коврах, поэтому здесь 125, друзья, 125 лицензия. Так, Шамиль Шарипов начинает борьбу.
А ты можешь это, Аян Борисов, прям увеличивать, тем более на телефоне, любой ковер подносить. Сейчас на ковре А борется Шамиль Шарипов, легионер из Дагестана, выступающий за Бахрейн. И Капраев, Румыния, тоже из Дагестана, легионер. Так, Шамиль есть 2 балла. 2 балла есть из крестной. Еще 2 балла. Еще 2 балла. Еще 2 балла. Что-то прям без боя. Без боя здесь уходит Авила Дильбер. 10-0. Чисто техническая победа здесь. Смотреть схватку 1 минута Капраева. Так, Египет красавцы, у них 6 лицензий в греко-римской. Надо нам подтягивать греки слабее стали намного за последние 8 лет. Молодцы, египтяне вообще молодцы. Красавцы, 6 из 6. Вчера шестую, да, донес. И еще в 67 попробую, да, призер Олимпийских игр добрал лицензию последнюю. Все, последние 30 секунд. Здесь уверенно Капраев лидирует 4-0. Да, там тоже по рейтингу смотрят. Ислам не боролся еще. Все, последние секунды времени. И поздравляем, да, последние наши легионеры. Магомед Гаджи выиграл, Нуров, Капраев и Шамиль Шарипов. Нет, еще не боролся, друзья.